Здравствуйте, в эфире программа «Диалог у озера», и с вами я, Вера Кучинская. У нас сегодня замечательные, очень интересные темы нашего диалога. И прекрасные гости в нашей студии. Это семейная пара, основатели клуба скандинавской ходьбы «Продвижение», кандидат медицинских наук, врач-физиотерапевт, инструктор-методист РНВА, инструктор ИНВА Наталья Константиновна Карташова. Здравствуйте. Здравствуйте. И заместитель председателя, плюс ко всему, между прочим, Совета ветеранов-подводников Сестрорецка, и также инструктор-методист РНВА и инструктор ИНВА. Мы совсем скоро узнаем, не переживайте, что это значит. Николай Леонидович Шестаков. Здравствуйте. Добрый день. Добрый Очень вечер. Рада видеть вас в нашей студии. И хочу напомнить нашим телезрителям, что проводится традиционный конкурс «На лучший вопрос», победитель которого сегодня получит приз. Это услуги медицинского центра «Маршал» на сумму 500 рублей. Телефон в студии 340-73-62. И также мы проводили опрос в нашей группе ВКонтакте. И сегодня нас интересовало, занимаетесь ли вы скандинавской ходьбой. Вот тут маленькая поправочка именно с инструктором. И первый мой вопрос. Мы уже, наверное, достаточно заинтриговали всех наших зрителей. Что же такое РНВА и ИНВА? И правильно ли я вообще это произношу? РНВА – это Русская национальная ассоциация скандинавской ходьбы, а ИНВА – это международная организация скандинавской ходьбы, в которой входят более 42 стран мира. И РНВА, Русская национальная ассоциация скандинавской ходьбы, на сегодняшний день является единственным официальным представителем России в международной организации ИНВА. Угу. Вот как. Что ж, тогда начнем наш диалог. Я так понимаю, что у нас есть звонок? Или нет? Ну, в общем, ждем ваших звонков. Напоминаю, что телефон в студии 340-73-62. И начнем, собственно, наш разговор о скандинавской ходьбе. Курортный район – прекрасное место для того, чтобы вообще, в принципе, заниматься этим. Ну, я не знаю, как относительно новый вид спорта, не вид спорта, как это вообще назвать? Почему скандинавская ходьба получила такую популярность? И вот как просто назвать это? Вид спорта это или нечто другое? Ну, Русская Федерация скандинавской северной ходьбы России называет, что это народный спорт России. Значит, есть несколько разновидностей скандинавской ходьбы. Это спортивная ходьба, значит, фитнес-ходьба, и чем мы занимаемся, это оздоровительная ходьба. Это три разных направления, которые объединены единым названием, но разные функциональные задачи у них. То есть, если, значит, спортивная ходьба – это то, что устраивает наш спорткомитет Санкт-Петербурга, это соревнования по скандинавской ходьбе на различные дистанции, на время, на скорость. Вот. Фитнес-ходьба – это люди, которые посвятили себя здоровому образу жизни. А мы, значит, занимаемся оздоровительной ходьбой. У нас контингент более старшего поколения. И при помощи, значит, наших занятий, об этом больше расскажет доктор, мы восстанавливаем состояние человека после различных перенесенных заболеваний. Особенно старших, кто 60 лет и плюс. Вот, поэтому... Вы знаете, интересен сам путь, по которому мы шли и пришли именно к этому направлению – оздоровительная скандинавская ходьба. Действительно, я доктор с большим стажем, и 20 лет, вот, проработав в медицине, я понимала, что мне более интересно профилактическое направление. И однажды на конференции я услышала о скандинавской ходьбе. И тогда, в общем-то, сказала об этом Николаю, мы разведали, что было на тот день, а это было более 13 лет назад. И тогда, после своего, в общем-то, первичного образования, я врач по первичному образованию, Николай – военный инженер, мы получили образование специальное, потому что оно существует. Это был и институт Лесгофта, впоследствии это был институт Институт Академии народного образования в Москве. Угу. Мы учились заочно, в период пандемии. Вот. Но самое главное образование первичное мы получили на кафедре спортивной медицины Лесгофта. Тогда РНВА, значит, проводила обучение на базе нашей спортивной академии.
Вот. Потом, значит, мы еще параллельно отучились в русской школе финской ходьбы для того, чтобы сравнить возможности инструкторов, чему учит одна школа. У нас в Питере несколько школ скандинавской ходьбы. Мы между собой общаемся, дружим, ходим друг к другу в гости и делимся, конечно, своими знаниями. Вот. Мы участники 4 международных симпозиумов в институте Лесгофта в Москве. Вот. У нас много друзей, значит, международного масштаба. И каждый вот такой симпозиум приносит новые знания, которые мы с удовольствием делимся с жителями нашего города. Русская школа финской ходьбы, мне кажется, это звучит гордо, как минимум. У нас есть звонок, давайте послушаем нашего телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Слушаем вас. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Нина Павловна. Я хотела бы задать вопрос. Пожалуйста. Примером по скандинавской ходьбе. Скажите, пожалуйста, какая обувь наиболее удобнее и правильно для занятий скандинавской ходьбой? Спасибо большое. Можно отвечать, да? Пожалуйста. Очень интересный вопрос, одну секундочку, потому что это действительно важно с медицинской точки зрения. Когда человек начинает ходить, он понимает, что это достаточно большие нагрузки. И здесь, кроме того, что должна быть функциональная одежда, по погоде, потому что это круглогодичный вид физической активности именно на улице, то тогда встает вопрос и об обуви, потому что стопа – это основное, в общем-то, в ходьбе. Что ты можешь сказать? Я хочу показать. Да, у нас заготовлено. Мы приготовились. Вот это всепогодная обувь специальная. Главное в обуви для скандинавской ходьбы – это скошенная пятка. Потому что мы сходим с пятки на носок перекатиком, да, и для того, чтобы не было удара, да, всего веса пятки. На пятку, значит, нужна скошенная пятка, чтобы зафиксировать ногу и нормально оттолкнуться от палки. Вот это такой вид всепогодных. И есть еще летние кроссовки. Вот, они более облегченные. Вот обратите внимание, видите, как вот скошена пятка. Вот фиксируется так. И происходит отталкивание, перекат с пятки на носочек. Ну и кроме того, обувь должна быть такая, чтобы она сгибалась хорошо. Сгибалась вот так вот, параллельно сгибаете хорошо, и вот так вот сгибалась плохо. Ну то есть это специальная обувь, именно разработанная для скандинавской ходьбы, или может быть для бега, как-то в магазине-то что спрашивать? Специальная обувь для скандинавской ходьбы как таковой на сегодняшний день мало, да, потому что вот только институт Сеченова начал проводить определенные исследования. Вот, поэтому мы больше рекомендуем обувь для бега, потому что она тоже как бы для правильного бега тоже вся обувь со скошенными пятками. То есть ответ, что обувь для бега вполне подходит, но спортивная. Да, спортивная обувь подходит, но нужно обращать внимание на подошву. Она должна, говорю, хорошо гнуться вот так и плохо гнуться вот так. Я поняла, в чешках не походишь. Не походишь, да. И на каблуках не походишь. Ну, само собой. У нас есть еще один звонок, и слушаем следующего телезрителя. Здравствуйте. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Как вас зовут? Юлия. Юлия, очень приятно, мы вас слушаем. Вот. Мне вот очень нравится ходьба с палками, и хотелось бы узнать. Да-да-да, вы, главное, телевизор немножечко убавьте. Сколько раз в неделю желательно ходить с палками? Спасибо, Юлия, спасибо за вопрос. Видна заинтересованность наших зрителей. Интересные вопросы задают. Видно, люди уже имеют к этому отношение, к скандинавской ходьбе, и ходят с палками. От 3 до 5 раз в неделю нужно ходить с палками. Желательно ходить с инструктором, чтобы научиться ходить правильно. Вот. И ходить с палками – это как бы хорошо, но для того, чтобы подготовить свой организм, нужно сначала провести разминку, сделать определенный комплекс упражнений, который даст инструктор, который, в общем-то, надо выучить. Вот. Потом сама ходьба с палками. Вот. Мы не спортсмены, у нас группа оздоровительная, поэтому мы ходим 30-40 минут, вполне достаточно для того, чтобы
получить, значит, необходимую нагрузку на организм, мы подходим к каждому индивидуально, индивидуально даем упражнения. И после ходьбы обязательно должна быть сделана заминка на растяжку мышц, которые участвовали в ходьбе. Поэтому приходите к нам на занятия, научим, покажем, объясним. И, наверное, должно вам понравиться, будете приходить нам чаще и чаще. Ну, честно говоря, вот знаете, есть еще и стандарт минимальной физической активности именно для оздоровительно-профилактических целей. Вот такое начало этого всего. Значит, нагрузка умеренной интенсивности, которую необходимо выполнять 30 минут ежедневно, 150 минут в неделю. Вот она является профилактической и оздоровительной. То есть всего достаточно 30 минут, но в неделю это 150 минут. Лучше распределить это время по всей неделе. Да, конечно, да. Вот мне интересно, есть ли вообще у скандинавской ходьбы, скажем так, возраст? Как говорится, любви все возрасты покорны, но о скандинавской ходьбе все возрасты покорны? Или есть все-таки какие-то противопоказания по возрасту? Ходят ли дети с палками, например? Если человек может ходить, он, естественно, может ходить с палками, правильно? И правильно от того, как у тебя правильно сделаны шаги, зависит походка всей оставшейся жизни. Поэтому, конечно, возраста нет, возрастных категорий. Вот Русская национальная ассоциация скандинавской ходьбы, значит, добилась несколько лет того, что скандинавская ходьба введена в нормы ГТО в школах. Да вы что? Да. Вот, поэтому для всего населения в дальнейшем. Mm-hmm. И вот мы, когда были на областных соревнованиях в Ломоносове, мы как раз вот создавали нормы ГТО. И сейчас наш клуб тоже принимает в этом участие, и мы проходим определенные километры, выполняя нормы ГТО. Поэтому для любых возрастов, в общем-то, скандинавская ходьба – это очень хороший вид аэробной физической активности. Более того, в школах, да, у нас же есть дети, которые освобождены от физкультуры, да, от активного занятия физкультурой. Вот именно вот этим детям скандинавская ходьба необходима для общего развития, для укрепления организма, прежде всего. Поэтому должны, значит, в школах быть инструктора, которые будут заниматься вот именно обучением детей, для того, чтобы они чувствовали себя лучше в дальнейшем. Потому что, к сожалению, мы живем в таком климате, что не все бывают здоровы дети. Слушайте, ну так и ГТО, я удивлена, так и до Олимпиады недалеко. Так нет. Рассматривают. И вот спортивные комитеты скандинавской ходьбы, да, мы мечтаем, чтобы это и рано или поздно вошло в олимпийский вид спорта. Но пока, значит, скандинавская ходьба – это вид спортивного туризма. Mm-hmm. Мы надеемся, что в ближайшем будущем этот вопрос будет пересмотрен, потому что массово люди занимаются. Множество федераций по всей стране, мы читаем лекции от Калининграда до Камчатки, вот. И поэтому знакомы с людьми, практически каждый регион имеет, значит, свою федерацию или свою какую-то группу, которая учит людей правильно ходить. Слушайте, ну у меня сегодня день открытий. У нас есть еще один звонок, и мы слушаем нашего очередного телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, студия. Здравствуйте, уважаемые наши тренеры Николай и Наталья. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Фануза. Очень приятно. Мне 61 год. Мы вас слушаем. Как-то увидела афишу красивую у нашего железнодорожного вокзала. Ну, думаю, схожу, посмотрю, что, чего, как. Да, мы вас слушаем, вы главное... А меня сразу раз и приняли. Да-да-да, Фануза, мы вас слышим.
Да, я очень громко говорю. Нет, просто еще раз всем телезрителям хочу повторить, что нужно убавить или отойти от телевизора, когда вы звоните в эфир, чтобы не слышать свое эхо. Фануза, мы вас прекрасно слышим, пожалуйста. Поняла. Вот, поняла. Так. Меня очень тепло приняли. Дали палки. Первое время я ходила с палками Николая, показывали, говорили о пользе скандинавской ходьбы. Да-да-да. Хожу второй год с огромным удовольствием. Самочувствие Это видят улучшилось. Мои родные, близкие, знакомые. Как ваше самочувствие после скандинавской? Вот поделитесь с нами, мы вас слышим, вы по-прежнему в эфире. Я всегда взахлёб рассказываю, могу долго рассказывать, как мне там хорошо. Особенно после заминки, разминки. Улучшается настроение, поднимается, становлюсь более активной. Спасибо, мы поняли. В общем, вы всем рекомендуете этот клуб, правильно? Правильно, я понимаю. Волновался сильно. Хочется сказать, что действительно мы приглашаем в наш клуб всех жителей, как минимум, Сестрорецка. В общем-то, у нас есть и те люди, которые приезжают из Песочного, Рощина, из Рощина, из Санкт-Петербурга. Да, мы вот эту тему, то, что я в прошлом военный, да, у нас есть военный санаторий Тарховка, вот, который даже нас напечатал вот, в своей книжке. Офицеры, которые приезжают, подводники, и узнают, что мы, значит, занимаемся скандинавской ходьбой, пока проходит лечение в санатории, с удовольствием приходят к нам на занятия. Прийти к нам просто. Висит большое объявление у платформы «Сестрорецкая». Мы приглашаем всех во вторник в 16 часов. Место локации у нас всегда одно и то же. В парке «Дубки» возле футбольного поля. Мы на первое занятие даем палки, чтобы человек попробовал, если у него нет своих. И, конечно, в общем-то, основная задача у нас – это поговорить с человеком о том, все-таки, что его беспокоит, какие он цели перед собой ставит. И тогда уже мы разрабатываем методику занятия. Что ж, сейчас мы уйдем на рекламу. К сожалению, время рекламы. Очень не хочется прерывать наш разговор даже на две минуточки, но тем не менее. Пора уйти на рекламу, после которой мы вернемся. Продолжается наш диалог с замечательной семейной парой, основателями клуба скандинавской ходьбы «Продвижение». Напомню, что у нас сегодня Наталья Константиновна Карташова и Николай Леонидович Шестаков. Также хочу напомнить, что проводится традиционный конкурс на лучший вопрос, победитель которого сегодня получит приз. Это сертификат на 500 рублей в медицинский центр «Маршал». Телефон студии 340-73-62. И у нас есть очередной звонок. Мы готовы послушать нашего телезрителя. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер. У меня вопрос, не знаю кому, к Наталье Константиновне и Николаю Леонидовичу. Их два. Первый. Скандинавская ходьба рассматривается как средство реабилитации после ковида? И второй вопрос. Есть ли ограничения или противопоказания к занятиям этим видом лечебной физкультуры? Спасибо. Как вас зовут, скажите, пожалуйста? Простите, не расслышала. Как вас зовут? Зовут Елена Владимировна. Очень приятно. Спасибо за вопрос. Елена Владимировна, очень интересный вопрос и актуальный, потому что действительно в период пандемии вот это восстановление после заболевания очень важно. И доказано, что самое эффективное для восстановления – это аэробные нагрузки. В период выздоровления они просто необходимы.
Далее, сама структура занятий скандинавской ходьбой предполагает комплекс упражнений. Упражнений разминки, упражнений заминки, кроме ходьбы. И здесь же мы даем дыхательные упражнения, упражнения, которые связаны с увеличением эластичности мышц. В период ходьбы включается не только мышечная система, но и система дыхания, сердечно-сосудистая система. Поэтому, конечно, прямым показанием является заболевание новой коронавирусной инфекцией как способ реабилитации после этого. И хочется сказать еще, что иммунная система очень активно включается, когда именно человек находится на улице. Это очень важный фактор. Поэтому однозначно да. Противопоказаний для скандинавской ходьбы, они минимальны. Они, конечно, есть. Это период острых заболеваний. Это период после серьезных операций на суставах. Вот. И обострение любых хронических заболеваний, конечно, нужно подождать. Но даже вот обычные простудные состояния, их начало или наоборот завершение, в общем-то, уже не являются противопоказанием, потому что даже показано и проветривать помещение, и выходить на улицу. И здесь небольшие умеренные нагрузки, они дают возможность человеку побыстрее восстановиться. Что ж, противопоказания, как мы понимаем, в большей степени временные. Минимальные. Я хочу добавить еще, что каждый год Русская национальная ассоциация проводит в Москве конвенцию скандинавской ходьбы. Да. Да? И вот уже 2 года в связи с пандемией этому вопросу уделяется очень серьезное внимание. Приглашаются врачи, которые именно занимаются и дыхательной гимнастикой, и даются упражнения нам, как инструкторам, для того, чтобы мы это все в массы потом несли. И разработана специальная методика, есть методичка специальная восстановления после ковида при скандинавской ходьбе. Так что мы используем ее в своей повседневной жизни. Спасибо. У нас есть еще один звонок. Давайте послушаем нашего следующего телезрителя. Прямо сегодня популярная тема. Смотрите, какая оказывается скандинавская ходьба. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Елена. Очень приятно. Вот женщины как бы у нас всегда более активны. А вот скажите, пожалуйста, насколько часто к вам приходят заниматься мужчины? Спасибо большое. Интересный вопрос, спасибо. Есть ли представители сильного пола? Конечно, есть. Есть у нас представители, значит, ну вот у нас, я хочу похвастаться своим другом, профессором Никитиным, который постоянно у нас занимается, кардиолог. Вот. У нас есть семейная пара замечательная, значит, приходит к нам на занятия одна, и, значит, Наташа, правда, сейчас упала. Вот, так Константин мой приходит пример, из нее. Как семейная мой пара пример, как для семейная занятий. Пара. Значит, недавно, самый главный. Недавно к нам в город на постоянное место жительства приехала семья с Таймыра. Вот, значит, сначала пришла супруга, он сидел в сторонке. Сейчас мы чуть-чуть Александра тоже привлекаем. Есть у нас люди, которые приходят. Мужчина как-то в женском коллективе немножко себя чувствует неуютно, они стесняются, я не знаю почему. Хотя казалось бы. Казалось бы, должен быть лидером, наоборот, за собой вести. Но, тем не менее, практика наша показывает то, что вот человек приходит, 3-4 занятия взял, а я приезжаю из Песочного, мне неудобно ездить, поэтому вот мне только технику там какую-то азы получить. Вот. Более того, значит, к нам приходят люди после операции на тазобедренный сустав, говорят, вот я лечил из 40-й больницы, или лечился, да, и вот нас рекомендовали вашу группу, то есть не согласовывая с нами, мы с удовольствием принимаем, вот, и занимаемся. Поэтому, конечно, мужчин меньше, но мужчины есть. Особенно я уже говорил, что те офицеры, которые отдыхают в военном санатории, они с удовольствием приходят на занятия, только узнав, что... Да, у нас вот есть много фотографий, кстати, когда несколько раз мальчиков было больше, чем девочек. Да. Но здесь, мне кажется, да, больше срабатывает еще среди мужчин правило 3Т.
тапочки, тахта и телевизор, и поэтому их тяжелее оторвать. Ну, в общем-то, если человек приходит, ну, чаще всего все-таки остаются люди. Поэтому мы приглашаем, конечно, с удовольствием, мужчины нам нужны, и для того, чтобы разбавить наш коллектив, он, конечно, на 80% состоит из женщин. Ну что ж, мужчины, я не понимаю, почему вы еще дома сидите. Приходите, будете как сыр в масле кататься буквально. А у меня тут есть, что называется, рояль в кустах. Вот такое вот интересное очень... Я так понимаю, это палки, но они какие-то складные. Они очень легкие. Во-первых, они красивые. Легкие. Что-то мне подсказывает, что это... удобное приспособление. Расскажите, пожалуйста, для чего нужны такие и как пользоваться? Значит, мы рекомендуем все-таки пользоваться палочками. У нас тут целые огромные арсенал. Запасы, да, целый арсенал, чтобы показать цельными, все сегодня. Цельными вам. Палками мировых производителей One Way, значит, Excel. Вот, КВ+. Ну, я много могу о них рассказывать. Мы сейчас... Это леки, это немецкие палки. Вот, они очень удобные в чем? Что мы не рекомендуем телескопические палки, потому что они ломаются за счет пластмассовых наконечников. Поэтому профессионалы придумали вот эти вот железные вставочки. Эти палки очень удобно используют для транспортировки. Они все 35 сантиметров, куда хочешь положить, вплоть до дамской сумочки. А во-вторых, они очень легко... Сумочка должна быть весомая, я скажу. Они очень легко собираются. Смотрите, раз... Все, палка готова к эксплуатации. Красота. И эта палка более прочная. И эта палка более прочная, чем телескопическая палка. Почему мы говорим о том, что палка может сломаться? И почему мы рекомендуем, особенно в оздоровительной ходьбе, именно цельные палки? Потому что мы делаем упражнения с опорой на палки. И сам принцип скандинавской ходьбы – это удар палки о землю. И во время вот такого движения телескопические палки, они складываться могут. Туда попадает песок, и, в общем, они быстро выходят из строя. Если идти правильно. Такая палка является тренажером. Тренажер подразумевает собой вибрацию за счет того, что эта палка, древко этой палки состоит из определенных материалов. Затем есть рукоятка. Вот эта часть называется темляк. И наконечник. Наконечник мы рекомендуем коготь. Вот обратите внимание, коготь. Потому что вот наконечник копье, вот этот наконечник, да, с ним лучше ходить в Риме не по пляжу, по Италии. Для наших поверхностей он плоховат тем, что он проскальзывает, если правильно ставить палку. Вот, поэтому этот более кто надежный. Не знает, покупает такие наконечники, считает, что они более удобны. Ну, а вот. Как же по Финскому заливу? А почему вот сразу в Италию? По Финскому заливу, да, можно ходить. Поэтому мы меняем этот наконечник. У меня специальный с когтем одеваем сюда. Вот. А так эта палка очень удобна. Сейчас я быстренько на кнопочку нажал. Как вариант тоже складного варианта палки. А вот о чем брюки мы говорили. Превращаются. Да, превращаются. Смотрите, вот то, что... вот видите, она тоже фиксированную длину можно сделать. Она закручивается. Эта палка, опять-таки, брендовая Excel, да? Вот. А если брать нашу палку, на которой ни паспорта качества, ни сертификата нет, ведь выпускают все, что хочешь. Вот. Конечно, с ними тоже можно ходить первоначально, но лучше покупать палки, в которых ты уверен и с которыми тебе будет комфортно ходить. И вот так вот они разбираются быстренько. Вот эта часть, это башмачок. Башмачок. Вот сейчас все ходят практически, вот те, кто глубоко не уходит в знания, все ходят с башмаками. Но это вариант ходьбы только по асфальту. В зимний период не подходит, по почве не подходит, потому что нет тогда правильного удара палки о землю. И с такой техникой не полностью работают все группы мышц, как положено. А большинство еще башмачок ставят вот так вот. Вот так вот, думая, что так правильно, потому что он называется башмачок. В другую сторону, а башмачок должен ставиться вот так назад. Вот, потому что палка по принципу, ставится под углом 45 градусов. Да, чтобы можно было оттолкнуться. Оттолкнуться. Ну, в общем-то, я поняла, взять старую лыжную палку с антресоли советскую не получится и пойти. Нет, получится. Первоначально получится, но для того, чтобы заниматься, технику ходьбы, то есть правая рука, левая нога, освоить можно. Но если ходить с пользой для здоровья, чтобы было задействовано 90% мышц, сейчас я вам просто покажу один пример. Вот возьмите, положите вот так вот прямой рукой
руку на стол. Да? А теперь попытайтесь поднять свое тело. Попытайтесь. Стоп. Теперь второй рукой. Вы когда пытаетесь поднять, трогайте здесь, трогайте здесь, трогайте здесь и трогайте пресс. Вот когда начинаете вставать, все мышцы пресса напряжены. Нет, не могу. Все мышцы напряжены, да, потому что начинаете вставать. Угу. Вот. А большинство не отталкивается. Поэтому они думают, что они ходят правильно. Вот. Поэтому мы учим людей правильно ходить для того, чтобы как раз и задействовалось 90% мышц. Это был практически мастер-класс в прямом эфире. А у нас есть еще один звонок. Давайте послушаем. Как вы думаете, кстати, мужчина, женщина? Что-то сегодня не женщины звонят. Скорее всего, женщина. Ставлю тоже на женщину. Давайте послушаем. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Меня зовут Галина. Галина, очень приятно. Я уже давно хожу с палками. И даже в эту группу я уже влилась, скоро будет год. Вот я хочу узнать, нужно ли мне увеличивать длину маршрута? Я так понимаю, что на занятии мы в среднем проходим 3-4 километра. Вот. Помимо наших замечательных разминок и заминок, которые мне очень нравятся. А вот длина маршрута стоит ли увеличивать? Добрый вечер, Галина. Значит, это зависит от цели, которую вы ставите. Мы занимаемся, еще раз повторю, оздоровлением. Если вы хотите, у нас есть много программ, и одна из них – это программа для похудения. Если вы собираетесь заниматься похудеть, то, конечно, нужно увеличивать длину маршрута, потому что только после получасовой 30-минутной интенсивной ходьбы начинается большее сжигание калорий в организме. Но там нужно увеличивать и длину шага, и больше опираться на палку. Вот. Мы таких целей ставим только индивидуально, кто просит. Наша задача все-таки, вы же помните, вот начинали ходить с полукилометра, потом километр, сейчас вы за это время проходите 3-4 километра, нам уже за вами не угнаться. Вот мы свои цели достигли в этом, что вы стали нормально дышать, что у вас осанка. Если вы сдадите кровь, то у вас будут лучшие показатели, у вас нормализовалось давление. Вот. Если вы хотите идти дальше, развиваться дальше, какие-то цели, подходите, мы поставим цели и будете ходить там по 7 километров, по 8. Хуже от этого не будет. Можно я добавлю еще? Значит, вот если говорить в целом, да, об этом, то нужно сказать о частоте сердечных сокращений. Ведь на что мы ориентируемся? Это перед занятием желательно, чтобы человек знал частоту сердечных сокращений. То есть просто элементарно пульс. Подсчитать свой пульс. Да. И нагрузка определяется, опять же, частотой сердечных сокращений. Это 220 минус возраст. Это та частота сердечных сокращений, которая относится к умеренной нагрузке. Да, вот. И дальше, значит, какая цель? В общем-то, сжигание калорий – это одно, конечно. Тренированность. Ведь скандинавская ходьба, она дает тренированность многих функций. Это и дыхание, это сердечно-сосудистая система, это в меньшей степени все-таки сжигание жира, но еще что очень важно для людей старшей возрастной группы, это координация движений. Когда мы берем в руки палки, то вот падения, которые часто случаются у людей с возрастом, они уходят на второй план. Интересно. А, вот, кстати, Галина, да? Да. Сказала, задала вот вопрос про увеличение маршрута, а вы сказали про похудение. И вот, ну, мне это не надо, конечно, но тем не менее, может, кому-нибудь пригодится. Что правда можно реально похудеть? Да. Есть реально какие-то специальные тренировки? Да, мы специально если в Финляндии учились вот этому вопросу. Значит, мне тренер поставил задачу, я с ним поспорил. Он говорит, за неделю ты сбросишь 10 килограмм. Я говорю, никогда в жизни. 10 килограмм за неделю не сбросил. Я пожалел потом, что я сбросил, потому что ни в одни брюки не мог влезть, все падало. Но за неделю сбросил. Это правильное питание, это определенный вид нагрузок. Значит, у нас были тренировки утром, обед, послеобеденный сон, отдых и вечером опять тренировка. И ведение дневника. И ведение дневника. Очень сколько важно. Калорий съел, сколько воды выпил, какие продукты съел. Главное, с какой нагрузкой. Да, утром была увеличенная нагрузка, вечером слабая нагрузка.
И я действительно похудел. То есть, если поставить всю цель... Всю эту методику можем мы дать человеку в зависимости от того, с какой целью он приходит на занятия. Поэтому все в наших руках. Мы ждем. Что ж сегодня творится-то такое? Еще один звонок. Вы просто взрываете наш эфир сегодня. Давайте послушаем телезрителя. Уже 7-й звонок. Ужас. Вы меня слышите? Здравствуйте. Мы вас слушаем, вы в прямом эфире. Я хотела задать вопрос. Что, простите? Убавьте, пожалуйста, телевизор, потому что вас не слышно, мы слышим только эхо. Скажите, пожалуйста, какие фестивали скандинавской ходьбы будут проходить в ближайшее время? Какие мероприятия по скандинавской фестивали? Да, фестивали. Да. Спасибо вам большое. Значит, во-первых, я хочу сказать, ну я еще скажу не раз об этом, да. Большое спасибо, большую помощь оказывает наше муниципальное образование во главе с Александром Владимировичем Ивановым. С Андреем Владимировичем, да. Да, потому что вот благодаря им, с помощью их, мы создали свой клуб. Вот. И у нас, естественно, в рамках муниципального образования проводятся фестивали скандинавской ходьбы. Вот я сейчас не буду доставать. У нас, к сожалению, пандемия помешала. Мы в Дубках должны были в 2020 году Сестрорецкое Эмилие. У меня с собой даже эскизы есть, я потом покажу. Уже значок был разработан. У нас были приглашены итальянцы, французы, эстонцы, латыши на этот фестиваль, но пандемия запретила, да, вот, поэтому мы его проводим на сегодняшний день внутренним, то есть мы приглашаем, значит, наших соседей клубы скандинавской ходьбы, наших друзей, даже из других организаций, вот, потому что это общее дело, мы с удовольствием все занимаемся, делимся опытом и проводим совместные соревнования. Муниципальное образование нам в этом очень хорошо помогает, у нас ближайший фестиваль скандинавской ходьбы будет, конечно, посвящен Международному женскому дню. Конечно. А как же 23 февраля? 23 февраля мы опускаем по одной простой причине. Малочисленные мужчины. Нет, не поэтому. Дело в том, что для нас, для подводников, святой праздник 19 марта. День подводника, да, конечно. Поэтому мы согласовали с муниципальным образованием, что фестиваль мы не будем проводить не 23 февраля, а 19 марта. Сегодня раскрываем секрет. Да, тайны. Дальше. У нас запланировано 3-4 фестиваля. Сейчас я даты называть не буду, для того, чтобы создать некий такой... Интригу, да. Вот. То есть до лета мы должны провести 3-4 фестиваля. Дай Бог, чтобы нам помогло в этом, значит, наши условия, чтобы не было, было меньше заболеваемости. И тогда у нас все получится. Наташа, ты хочешь мне давать? Ну что ж, нам нужно немножко переосмыслить эту информацию, поэтому уходим на рекламу. Напоминаю, что сегодня у нас в эфире основатели клуба скандинавской ходьбы «Продвижение». Проводится традиционный конкурс на лучший вопрос. Победитель, которого сегодня получит приз, это услуги медицинского центра «Маршал» на сумму 500 рублей. Кандидатов на этот приз сегодня очень много, и нам дозвонился очередной. И мы послушаем наш звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Добрый вечер. Как я слышала, наверное, уже по самому конец. Я бы хотела уточнить в более теплое время на занятия ходить. И как с ними созвониться? Можно где-то телефон взять? Конечно. Сейчас все скажу. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Ну, Таня. Очень приятно, спасибо за звонок. Да. Просто Таня. Теплое время. Теплое время. И еще раз давайте тогда скажем какие-то ваши контактные данные. Мы уже говорили о том, что на вокзале в Сестрорецке висит большой плакат. Да. Я думаю, если постоянно. Что, Татьяна, там... Там указан телефон. Вот вся информация. Этот плакат я взял с собой. Этот плакат здесь с собой. Если вы готовы записать номер телефона
вот 8-911-974-73-19. Я думаю, вся информация есть в интернете. Всех ждем, я уже сама всех жду. И у нас уже большая часть эфира прошла, и мы готовы показать вам кадры, как же проходят сегодня тренировки по скандинавской ходьбе в клубе продвижения. Что ж, вот такой веселой, большой компании проходят тренировки по скандинавской ходьбе в парке Дубки. Напомню, что это клуб продвижения. У нас сегодня очень популярный эфир. Буквально даже от моих коллег за кадром прямо сейчас поступают вопросы. Ну, вот у меня следующий вопрос. Правда ли, что все вот это абсолютно бесплатное занятие, на бесплатной основе? Да, действительно, мы с Николаем так решили, что мы хотим свои знания, которые получены, отдавать людям для того, чтобы они умели сохранять свое здоровье на том этапе, на каком они это решили. И не обязательно это в детском возрасте начинать делать, это можно делать с любого момента. Кроме того, и заболевания, которые появляются с возрастом, они тоже своего требуют. И опять же, аэробные нагрузки, они самые эффективные. Поэтому каждый вторник бесплатно мы собираем энтузиастов и проводим с ними часовое занятие. Мы даже не назовем это меценатством, мы просто делимся своими знаниями, которые мы приобрели. Ведь я же был списан с подводного флота по инвалидности после аварии реактора. И благодаря скандинавской ходьбе приобрел вот эти навыки. И просто, как сказать, я считаю своим долгом делиться с людьми, которые не могут себе позволить какие-то другие занятия. А у нас свежий воздух, и поэтому мы делимся своими знаниями. Мы читаем лекции, помимо того, что мы занимаемся. Большое спасибо библиотеке Зощенко, что нам представляет помещение. Вот. Нас поддерживает и муниципальное образование, и, в общем-то, вот эти все фестивали, которые мы проводим, они дают нам возможность и сувенирную какую-то продукцию, и награды давать. Кроме того, большую методическую роль оказывает Русская национальная ассоциация скандинавской ходьбы. И мы тоже им за это благодарны. Ну, наши члены клуба – это активисты, и они, конечно, с удовольствием занимаются, приходят в любое время года, при любой погоде у нас проходят занятия, и мы им благодарны за их активность в том, что они поддерживают нас. И заниматься только одной ходьбой, это уже нам стало неинтересно, поэтому мы развиваем и другие направления. Да, мы стали приглашать знаменитых людей, живущих в нашем городе, на наши занятия. Вот, первым у нас, значит, был наш знаменитый художник Алексей Кирьянов. Потом мы приглашали координатора, значит, движения байкеров Игоря Щербакова. Вот, у нас расписаны мероприятия, кого мы будем приглашать, но с удовольствием, пользуясь эфиром, хочу сказать, что кому не сложно, приходите, пожалуйста, к нам в гости, не пожалеете, научим, покажем.
Ну, знаете, я боюсь, что скоро одного вторника вам будет мало, учитывая, что мы видим, как, насколько сегодня активны у нас телезрители. У нас есть еще один звонок. И давайте в темпе вальса попробуем принять еще один звонок и желательно быстро ответить, потому что, к сожалению, эфир. Время эфира подходит к концу. Но зрителей нам всегда интересно слушать, поскольку это живой отклик. Здравствуйте! Вы с нами? Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Меня зовут Ирина. Очень приятно. Я занимаюсь скандинавской ходьбой уже около года, чем очень довольна. И вот, пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших наставников, Наталью Леонидовну и Николая Константиновича, за занятия, которые они с нами проводят. В группе очень теплая, дружеская обстановка. Мы активно двигаемся на свежем воздухе. Такое движение держит организм в тонусе, дает эмоции и настроение. Большое вам спасибо за ваш труд и за ваше терпение. Спасибо большое. Спасибо, большое Ирина. Большое спасибо за отзыв. Да, и приходите на занятия. Увидимся во вторник, как говорится. Да, видеть улыбки людей и знать, что они здоровы, для нас, в общем, это... Дорогого стоит. Да, минус 20. Я говорю, на занятия не едем. Ну, надо же ехать, потому что, как бы обещали, приезжаем, приходит 24 человека. Ничего не останавливает людей. Это замечательно. Я думала, минус 20, это вы... Нет, я думала, вы имеете в виду минус 20 лет после ваших тренировок. Да, такое тоже, потому что люди действительно молодеют. Мы, конечно же, еще нужно сказать, что в каком потрясающем месте проходят ваши занятия. Это парк Дубки, это же... Это просто нечто. Это как мы благодарны минимум... парку Дубки, потому что это место, где не заасфальтированы дорожки. И это очень важно для скандинавской ходьбы. Отдельное спасибо Владимиру Николаевичу, да, Анисимову. Потому что мы с ним как бы служили на соседних лодках. И вот встретились в Сестрорецке. И вот такое отношение вообще всему коллективу парка Дубки за понимание и за предоставление возможности нам проводить там занятия. Да, и... Опять хочется сказать, Владимир Николаевич, во вторник в 16:00 приходите на тренировку по скандинавской ходьбе. Я думаю, вас там будут очень рады видеть. А что мы еще не обсудили? У нас здесь очень много сегодня на нашем столе различной продукции, печатной. Что это за издания? Может быть, какие-то среди них есть ваши? Я можно скажу? Вот это да. Вот очень много книг по скандинавской ходьбе в прессе продается в магазинах. Люди, которые пишут от себя и пишут. Вот Евгений Евгеньевич Очкасов с Кристиной Володиной, это институт Сеченова, очень прилично издали учебник. Вот, мы с профессором Очкасовым на международных конференциях встречаемся и, как бы можно сказать, дружим даже, вот, набираемся опыта. Вот, вот эту книжку читать можно и нужно тем, кто хочет заниматься скандинавской ходьбой. Далее, вот это наши публикации, начиная там с 2015 года, куда нас приглашали. Мы ассоциация врачей амбулаторной реабилитации, различные медицинские конференции нас с удовольствием приглашают, мы по всей стране ездим. Вот. Мы вначале решили изучить мнение врачей, потому что все-таки, конечно, скандинавскую ходьбу желательно, чтобы назначал врач и рекомендовал врач. Потому что есть такая статистика, что 80% населения приходят к врачу хотя бы один раз в год. И если здесь будут затронуты вопросы профилактики заболеваний и будет сказано о скандинавской ходьбе, конечно, эффективность этого повысится. Поэтому мы когда-то вошли действительно в ассоциацию врачей амбулаторной реабилитации, и там работали среди врачей, разработали свой опросник, сделали исследования очень интересные. И впоследствии нас часто приглашали на какие-то конгрессы, медицинские конференции. Мы ездили по всей стране, поэтому у нас вот столько публикаций. Да. Ну, это дорого стоит. Вот, так как я член нашего общества чернобыльцев, да, потому что ветеран подлежащего риска, мне очень было приятно, когда Союз Чернобыль нас пригласил тоже, значит, рассказать о скандинавской ходьбе, написать о реабилитации. Вот. Ну, вот эти вот источники
Значит, нас приглашает Академия военно-морская, значит, медицинская, значит, госпиталь, вот 300 лет Кронштадтскому госпиталю было, мы там тоже выступали. И, естественно, все это тезисно издается для людей, которые, особенно нам больше всего нравятся это военные санатории, которые нас печатают, в которых мы проводим обучение с медперсоналом, практически вообще везде за нами уже 15 санаториев страны, в которых мы были и проводили обучение по скандинавской ходьбе. И, конечно, там мы затрагиваем прежде всего медицинский персонал, чтобы их подготовить для назначения. Санаторные условия, они идеальны для скандинавской ходьбы. Ну, вот, кстати говоря, санаторий, у меня сразу ассоциации с отпуском. Вы же, наверное, в отпуск без палок-то конечно, не ездите. Да, вот конечно. Эти вот складные, хоп, в карман. Да, и... да, да. Ну, это, без этого не обходится. Наверное, это замечательная привычка. Мы сегодня проводили опрос. Я думаю, сейчас мы посмотрим его результаты. Напомню, что мы спрашивали у наших зрителей, занимаетесь ли вы скандинавской ходьбой именно с инструктором? И какие же варианты ответов? Да, часто занимаюсь 14%, занимаюсь, но очень редко 18%. Нет, но очень хочу попробовать 19%. И никогда не занимался 49%. Я надеюсь, что после нашего эфира с нижней строчки люди пойдут наверх. Как вы считаете? Интересно, знаете, вот тот факт, когда хочу попробовать, mm-hmm. вот этих людей, конечно, должно становиться все больше и больше, потому что, к сожалению, вот и исследования проводились, что техника ходьбы постепенно уходит, забывается, и в основном люди ходят неправильно, поэтому занятие именно с инструктором – это очень важно, потому что человек, если даже сам захочет освоить технику ходьбы и будет сидеть в интернете, он на это потратит в 3-4 раза больше, чем придет на занятие, занимается с инструктором, ему помогут подобрать палки, расскажут о том, какая должна быть одежда, какая обувь, и все это в совокупности принесет, конечно, ему больше пользы. Главное не стесняться, я думаю, да, и приходить да, на ваши занятия. Да, да, да. Ну, я думаю, вам точно нужно будет расширяться, сколько желающих. Пришло время подвести итоги нашего конкурса. Кто же пойдет в медицинский центр «Маршал» у нас? 9 звонков сегодня Елена, было. И одни женщины. Елены было две. Да. Одна Елена спрашивала про коронавирус и противопоказания, и вторая про мужчин. Ну, наверное, про коронавирус он более актуальный вопрос. Да. Хочется, конечно, отметить и профессионально заданный вопрос. Он понравился, мы на него с удовольствием ответили, поэтому я думаю, что подарок для Елены. Что ж, Елена, мы вас поздравляем. Кроме того, я думаю, что вам просто теперь необходимо будет прийти во вторник в 16:00 в парк Дубки и начать, если вы еще не занимаетесь, заниматься скандинавской ходьбой в клубе продвижения, тем более, что, как мы сегодня выясняем, это абсолютно бесплатно, и сам Бог велел к вам прийти, мне кажется. Я хочу поблагодарить наших сегодняшних гостей, потому что ваша деятельность просто, что называется, снимаю шляпу. И, видимо, мне тоже придется прийти во вторник теперь. С удовольствием примем, расскажем, покажем, научим. Спасибо. Нам было интересно в вашей студии. Да. Спасибо вам большое. Надеюсь, что не последний раз, потому что мы не успели рассказать о технической стороне палок. И более такие вопросы приземленные, да, что о технике показать хотя бы пару движений и прочее. Ну, техника на практике. Техника ждем на практике. Всех ждем к нам. Всех во вторник. Вот мы сегодня подготовили наших телезрителей. И в следующий раз они уже будут готовы заниматься техникой. Что ж, приходите во вторник в 16:00 в парк Дубки на бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе в клубе продвижения. И обязательно в следующий четверг в 18:30 включайте «Диалог у озера». Увидимся через неделю. Всего доброго.